ты чё? Чё случилось, тётя Матрё? А чё ж ты муж-то проводить не пришла? Как провожать? Как провожать-то, тётя Матрёна? Ты чё такое говоришь? Какая тебе тётя? Давно уж матерью пора звать. Чё ж ты мужа на пристань-то проводить не пришла? Ты чё, тётя Матрёна? Я ему бельё-то в дорогу-то только постирала. Я ему покушать приготовила. Он же сам сказал, что через 2 дня-то только. Сегодня 4 часа, как паром проводили. Господи. А чё ж он тебе ничего не сказал-то, Варвара? Какая ты, как кошка, промеж вами всегда пробегала. А видать, не захотел он, чтоб ты его на войну провожала. Господи, из города их отправляют. Господи. Петя! Петя, стой! Да ты очумела, Варвара, ты чего творишь? Петька, мне до города очень нужно, молю, отвези. Да угомонись ты, сумасшедший, я ж и без того до города еду. Поехали, Петя, поехали. Ты чего вся мокрая, будь то курица, давай живо в кабину. Здесь, поехали. Легче будет. Я пальцами перешибу. Успокойся, я прошу тебя. А я спокоен. Я так спокоен, что до сих пор себя удавить хочу, чтоб морду его гнилую по столу не размазал. Я же его когда за грудки схватил и в глаза ему заглянул. Знаешь, что я там увидал? Знаешь, что? Ты пьян. Тебе не нужно больше пить. Не пей больше. Он же меня в калеки записал. Я не калека. Не калека! Ясно? Чего он мне там бумажки в нос тыкал? Нога у меня хромая. Черт с нею!
с этой ногой. Знаешь, кого на фронт не беру? Детей на фронт не беру. И стариков. Вот это только я не то, и не другое. Ясно? Нельзя тебе больше пить, ты не в себе. Ты что думаешь? Пока мужики на фронте воюют, я буду под твоей юбкой жопу греть, буду как вот эти вот твари тут жрать, пить. Ты что мне про подвиги несла раньше? Герой! Гектор! Подвиги надо совершать. Херню ты несла, Люда! Немедленно заткнись. Ты хамишь мне сейчас. Да пошла ты! Сымай распродул! Правила позабыл? Так мы тебе напомним! Сымай репа! Не стебай ваши штаны! Хака, Патрик, погляди на него! Бейте его! Отдай! Отдай! Снимай с него штаны! И пенделей по голове сзади! Отдай ему! Бейте его! Как фашист! Смерть фашист! Ура! Ура! Ну что тут происходит? Я вам всем сейчас! А ну стойте, гаденыши! Вы что тут вытворяли? Еще раз, кто нос сюда сунет, я башку оторву! Чертям собачьим! Душа моя, что ж ты в темноте? Паш, не делай этого. Что случилось? Нас могут увидеть. Закрой, пожалуйста. Кто нас не увидит, но у тебя паника. Послушай, в этой темноте ты просто испортишь себе глаза. Наименее ценное я зашила сюда, в подушки. Самое ценное зашью в одежду. На случай, если нам придется срочно уехать. Куда уехать? Паш, не строй себя, идиота. Во мне нет ни капли патриотизма. А все вокруг орут. Война, Сталин, фашисты. Победа будет за нами. А я хочу жить спокойно. Просто жить спокойно. Все точно с ума посходили с этой войной. Женщины просятся на фронт. Слушай, из тебя получится очень симпатичный солдатик. Паша, да прекрати уродствовать! Из тебя такой же солдат, как и из меня. Мне не смешно. Мне страшно, Паша. Потому что я молодая, потому что я хочу жить. Я даже на сцену сейчас не могу выходить. Я вообще не понимаю, как в такое нервное время можно что-то сыграть. Как люди вообще сейчас ходят в театры? Я не хочу. Не хочешь, не ходи. Я сам собираюсь оставить театр. Ты? Пока преждевременно о чем-то говорить, но вполне возможно, что очень скоро я получу одну очень интересную должность. Лена, война. Зачем нам театр? Паша. Ну что? Паша. Ну что, ну что, ну все, все, хватит. Зашивайте.
Макарович. Что-то случилось, Шурочка? Алексей Макарович, мне важно у вас отпроситься. Я без вашего разрешения не смогу. Алексей Макарович, отпустите меня, пожалуйста, на фронт. Вас? Меня. Шурочка, ну вы же совсем юная. Алексей Макарович, я уже в военкомате была, меня берут. Буду на фронте с санитаркой. Господи. Нет, разумеется, конечно, я вас отпущу. Держать вас я никакого права не имею. Командованием полковника Пушкина разгромили фашистскую мотоколонну из 50 танков и 200 автомашин с пехотой. Вражеские танки были встречены советской артиллерией. В засаде на флангах стояли наши тяжелые танки, готовые к контратаке. Когда немецкая колонна появилась на пристреле на рубежах, одновременно обрушился огонь артиллерии и орудий тяжелых танков. Несколько фашистских машин загорелось. На вражескую колонну стремились. Прости, ты, наверное, после операции, да? Что-то случилось? Уже второй раз за 10 минут задают этот вопрос. Кому еще задавал? Да так. Я опять что-то забыл? Нет, ты просто закрутился. Просто прошло уже больше 2 недель, как ты обещал, что мы заберем Тимку, и ты хотел, чтобы мы сделали это вместе. Тимку. Пойдем прямо сейчас. А то еще 2 недели так же пройдут. Ну, Варвар, все на пристань ходишь, на чужие проводы глядишь. Смотрю и думаю, скоро ли война нам наших мужиков обратно вернет. Скоро ли нам свидеться с ними придется. Вернет, Варвар. Вернет. Не со всеми, правда, свидеться придется. Война нас, наша, такая, жизни людские забирает. Но не про это, Варвара, нам нынче думать нужно. А про то, чтобы солдаты наши фашисту побили. Про победу нам нужно думать. Вы уж тут, бабоньки мои, без мужиков, держитесь. Так и вы, что ли, на фронт? А чем я хуже-то? На Матрёну вас тут оставляю, а она у вас за председателя тупик. Прощайся. Вернем с победой, дядь Матрёна. Саньку моего увидишь? Скажи. Ну, давай. Матрёна. Пошли, Игнат. Ну, все. Пошли, мужики. Пошли. Ну, все. Все, храни тебя, Господь. Спасибо. Игнат! Давай, давай. Смаши, папа, смаши. Прощай, мама. Ной! Не плачь. Ну, не поминайте лихом. Thank you.
Игната мать второй день не встает. Пойду отнесу ей девку. Ну что, не пишет, Саша? Не пишет, Саша. Идемте, тетя Матрёна. Маши батюшке своему. Еще до войны ему все купила одежду, всякую, свитерок, рубашки, брючки, еще игру такую интересную с солдатиками. Шире шаг! Держать! Господи, Алеша, мне бы сейчас молчать, да? Я не могу никак. Мне же последние полгода одна только мечта. Почитать ему книжку на ночь, укрыть одеяло, поцеловать, потом смотреть, как он спит. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте, Лилия Михайловна. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. А мы вот пришли. Забрать Тимофея пришли. Тимку? Да. Так нет его у нас. То есть как нет? Да вот так нет. Сейчас, Минусга! Сбежал от нас ваш Тимка. Подождите, как сбежал? Да вот так, сбежал. Лиля. Нет. Я не верю. Лиля! Нет. Лиля! Тихо. Дед, ты чего? Я за тобой. Случилось чего? Баба Дуня тебя затребовала. Лежит, стонет. Тебя кличет. Боюсь ее одну оставлять. Пойду. Догоняй меня. Бегу, дед, бегу. Баба Дуня. Варя это пришла к тебе. Пусть скорее. Пусть скорее. Ой, все, соседа там, нашу Ваське, говорю, Варьку-то мою, пригони ко мне, я нынче помирать буду. Чего-то, баба Дуня, не будешь ты нынче помирать. Я вон тебя лучше в баню помою, то волосы-то совсем у тебя как папа. Погоди, я на дитю твою поглядеть хотел, а вот помру нынче и на дитятка твою поглядеть не сбуду. Нет у меня никакого дитятка, папа. Тут. Есть. Есть у тебя дитятка. Есть, говорю. Она сегодня всю есть. Ночь про какое-то такое есть. Дитятку толдычит. Есть. Мальчонка. Махонький такой. Ягушка. Папа, ты... есть. Говорю, есть. Есть, папа, мальчик. Есть. Мальчонка, есть. Егорушка. Тише, Егорушка. Тише, 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 баба. Есть. Пожалуйста. Тише. А я? Что такое, баба Дуня? Чего ты? Даша, дочь, а что ты стоишь? А? Ты? Ну, проходи, коль пришла. О, на лавку давай сядь. Мы сейчас с тобой чаю похлебу. Ой, погоди, даже не ходи, ступай сюда. Погоди еще немножко. Погоди. Сапоги, сыми! Сапоги, янти, сыми! Сыми! Тихо. Давай. Вот. Хорошо. Хорошо. Теперь
доченька. Иди ко мне. Иди ко мне. Вот так. Матерь Божья. Помилуй. Слава тебе, Господи Иисусе! Отошла моя Евдокиюшка. Тихо и быстренько. Слава Богу! Мне дед рассказывал. Да ну, не может быть. Это ж когда был? Да. Я тебе говорил, кавалеристом у меня был, у Буденного. Да. Ну, такие усы. Я тебе говорю. Здравия желаю. Здравствуйте. Не знаете, когда очередной эшелон на фронт отходит? А кто сейчас что знает? Мария отважности не лопнет. Я тебе говорю, совет самосадра. Вот это вещь, протирала прям. Ты рассказывай. Вот именно. Не придумывай. Я не плачу. Я не умею. Как ты узнала, что я на вокзале? А где тебе еще быть? Понятно, что на фронт рваться будешь. Прости меня. Обидел я тебя в ресторане. Дурь пьяная накатила. Я за эту дурь тебя и люблю. Так и знала, что у нас история короткая будет. Но ведь это даже хорошо. Я еще острее все чувствую. Лёд. Давай обойдемся без сантиментов. Перейдем к делу. В 16:40 с этого перрона отходит эшелон в Западную Украину. Это Юго-Западный фронт. Твой вагон последний. Человека зовут Николай Авдеев. Он все знает и спрячет тебя. Доберешься до Украины, а там сам. Больше нечем тебе помочь не смогу. Все. Не буду тебя провожать. Прощай. Мой Гектор. Иннокентий Михайлович, приветствую вас.
Стас. Здравствуй, Яша. Здравствуй. Где сам-то? Ожидает. Фотокарточку приготовил. Мне даже на нее боязно смотреть. Даже фотографироваться сегодня не желаю. Сгораю от нетерпения. Кеша, приветствую тебя. Полагайте, дорогой, здравствуй. Здравствуй. Пойдем. Ну что, Иннокентий Михайлович, как живешь в это непростое время? Не жалуюсь. Пока. Какие новости из кремлевских башен? Как Москва, товарищ Сталин? Какие прогнозы? Паша, не томи, показывай. Я покажу, покажу. Куда я денусь? Как обстоят дела на трубомоторном заводе? Работа кипит? Ну, я вот так и знал! Паша! Кеша! Паша, это невозможно. Никита Михайлович, ты главный человек в этом городе. Для тебя невозможное возможно. Это надо согласовывать с Москвой. Так согласуй. Нет, повторяю, это невозможно. Ну, нет, так нет. Маркиз. Он самый. И он может стать твоим за чисто символическую плату. Я тебя понял. Дай мне неделю. Я постараюсь решить этот вопрос. Жрать хочешь? Курить хочу. Терпи. Не хватало из тебя под трибунал попасть. Ладно. Харч, конечно, и не шибко, а аппетитный. Вон, пятый день банк. Ну, до донышки осталось. Сейчас я все это на хлеб выможу, пальчики оближешь. Убери. Да ладно тебе, скромничай. Чё ты? Ну, куда мне от тебя деваться-то? Раз ты на мою голову упал, так и я должен с тобой куском хлеба поделиться. Вот. А? Все. Завонялось, а? Убери, говорю. Наш глаз резанул, а? Это... Держите меня трое. Это... Откуда ж у тебя такой разносол, а? Ресторан грабанул. Ну, жри, покуда даю. Курить дашь? Вот ты хитрый гад, а? Ладно. Три затяжки в щель. Ты вот когда на фронт доберешься,
Что делать-то будешь? Надо было тебе хоть фальшивое предписание сделать или что-нибудь придумать, а? Потом придумаю. Девушка-то есть? Светловолосая, с голубыми глазами. Черноволосая, с черными глазами. А я, знаешь, светленьких люблю. Вот я даже прямо перед самой войной на танцах успел познакомиться. Таня зовут. Танюша. Хотел было у нее адресок взять, так это... А ну, быстро прячься! Двух стоит. Почему стоит? Дальше, командир, выясняй! Здесь Проверь, оставайтесь. В голове состава! Что это? Ну, да кто ж председатель наш? Велел топереча службы церковные служить. Mm. Дабы бабы наши могли в церковку сходить. Да за мужиков своих, солдатиков помолиться перед Богом. Макар, дозволил бы нам тебе проводить. Обойдемся без проводов. Тут попрощаемся. Я с председателем грузовиком до города. Идем на чуток. Чего тебе говорить? Сама все знаешь. Батя. Дочерью мне была, дочерью мне останешься. Все. Ты чего это удумала, Варвара? Ты чего это, того, не дури. Живых не оплакивают. Прости. Куда же он денется? Он давно простил. Просто сам себе сознаться в этом не мог. Всяка могилка рано или поздно травой порастет. Дед.
ребенка и жду. Чего? Да ты чё? Ребятенка. Ой, Евдокия. Она ж перед самой смертью все про дитя какое-то толдычила. Ежели мальчонка народится, Егором назовешь. В честь прадеда твоего. Папа Дуню нашу порадуешь. Ребятенка ждет. Так это хорошо. Моя ты хорошая, хорошо это. Ты что, брат, ошалел? А если бы это не я был? А если бы со мной кто-то был? А ну прячься, живо! Живо, я сказал! И нос оттуда своего не высовывай. Что там стряслось-то? Немцы пути бомбили. Сгорело все к чертям собачьим. Даже шпалы сгорели. Говорят, эшелоны с бензином и боеприпасами стояли. Так они туда и шарахнули. Все взорвалось. Железнодорожники, он сейчас пути ремонтирует. Восстановили только один путь. Застряли. Куда торопишься? А? Сиди как мышь. Я к ребятам схожу. Дальше, командир, начальник станции сказал к утру. Товарищ командир, в третьем вагоне женщины с детьми обнаружили. Игнатов, накорми людей. Будь он дальше Thank you.
Заведи грузовики, пожалуйста. Домой шагайте! Не возьмут вас! Че слышал-то, роты? Вон самый главный! Красотка! Хорошенькая. Третий день ее здесь вижу. Бабушки. И на кой ляп мне твои жемчуга? Что я с ними делать буду? Пожалуйста, мне очень нужны вот эти вещи. Вот тебе нужны мои вещи, а мне твои не нужны. И что теперь, а? А ну-ка, дамочка, покажите-ка ваше богатство. Не бойтесь, не убудет. Три банки тушенки, две буханки хлеба. Идет? Мне не нужны продукты, мне нужны вот эти вещи. Буханка хлеба. И банка тушенки. Тогда только полбуханки. И пойдет. Пойдемте. Пойдемте, пойдем. Ну, куда ты побег? Ну, погоди. Эй, ты, мужик, гражданин. Ну, согласна я, согласна. Пойдет. Буханку хлеба. Ну, вот так бы сразу. Берите. А ну пошли! Пошли! Кому сказала? А ну пошли! Пошли! Перепужались, бедолаги! Зойка, Зойка! Ну! Пошли! Здрасте. 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 Давай, выходи, выходи! Ну! Здрасте, тетя Матрёна. Здорово, Варюха. Что-то отца недавно писем не было. Ты мне не пишешь. Да говорят, они нынче долго идут. Ну, что там, ребятенок-то? Нашкой мамкой живот топчет. Топчет, топчет. Куда лошадей-то погнали? Отдаем. Фронту требуется. Нынче скотина наша воевать пошла. Ладно, побегу, это дело не в проворот. А ты, Варвар, поменьше по улицам-то шастай. Вон нынче мороз какой. Застудишься не равен час. Дома сиди у печки, дитя береги. Затребуется чего, докликай меня. Спасибо, тетя Матрёна. А ведь матерью так и не сподобилось назвать. Деда. Деда! 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 Деда, а ты что такое думала?
Домовину в сенях увидала. Увидала? Ну, так я ее давно еще догадаю. Как только баб Дуня померла, сразу же и заготовил. Ты ж на внука поглядеть хотел. Ну, так вот, с Евдокии, с небес на него и поглядим. Помру я, душой грешной чую. Вот-вот помру. Деда. Тить твою, Варвара. Перестань реветь, ишь, что удумала. Старый пень рассохся давно. Пора и честь знать. Так, держи. Поставь на стол. Сядай-ка рядышком. Послухай деда своего. Слухаю, деда. И молчи. Не перебивай. Схоронишь меня рядом с бабкой. Земля нынче мерзлая. Ну так я еще по осени там себе ямку откопал. Может быть, снегом занесло. Так откупаете, снег не земля. Вчера в баньку сходил. Чистый я. Мыть меня не требуется. Как начну помирать, так костюм сам на себя надену, чтоб ты руке покойника не морала. А схоронишь, задай самовар. И за мою душу чаю похлебашь. Уразумела, девка? Уразумела, девка. Тьфу на тебя, ну. Перестань реветь, Варвара. И сестру свою, Аленку, держись. Такая курва ни почем не пропадет. И тебе, дурехи, пропасть не даст. У тебя ведь теперь ни одной кровной души на всю деревню. Будешь с пузом неприкаянный. Так что сразу, как схоронишь меня, к Аленке езжай. Побожись, что к Аленке поедешь. Богом клянусь, деда. То-то же. Вот, кому дорожку уступаю. Один помрет, другой народится. Да. А ты, девка, слезы-то не лей понапрасну. Крепко деревце, ветра не боится. Ну, будет, будет.